моему дедушке? Нет, это пилотка твоего прадеда. А правда, что он спас тебя, маму и меня? Правда. Он спас Родину. Наша Родина в могучих ладонях отца, словно в люльке качался когда-то. Песни матушки, точно лучей без конца, отражение рассветов, закатов, лес и поле, изба и реки, поворот. Это то, что словами не скажешь. Это то, что с рождения в душах живет. Это мы, это Родина наша. Мне глаза расцветила небес синева, Мать-Земля крепость рук подарила, а пшеница колосьями кудри мела, цветом солнца их мне золотила. Русь моя, если жить мне три вздоха всего, каждый вдох, как признание в любви, если слечь мне в кровавом бою суждено, только ради любимой земли. Thank you.
Слово предоставляется директору Жуковской детской школы искусств, депутату Совета депутатов городского округа Жуковский Елене Владимировне Мезенцевой. Дорогие жуковчане, дорогие ветераны, мы благодарим вас за ваш героизм. Спасибо вам за мир, спасибо вам за то, что мы сегодня вместе. В каждой семье есть деды, прадеды, бабушки, которых мы вспомним. И вечная память героям, вечная память тем, кто не вернулся из боя. Спасибо всем, кто сегодня этот вечер был с нами. Жуковская детская школа искусств благодарит вас за этот вечер. А сейчас, конечно, великая песня. Мы не могли этот вечер закончить без великой песни, которую знает весь мир, помнят все наши родители, деды и, конечно, наши дети. И наши дети знают историю, и, конечно, мы вместе можем спеть сегодня в День Победы.